Привет! Это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, как определить, что кошка испытывает боль. Если питомец испытывает боль, очень важно понять это максимально быстро. Однако кошки не умеют разговаривать и поэтому не могут сказать хозяину о своем дискомфорте. К тому же многие мяукающие привыкли терпеть боль и скрывать ее, что еще больше усложняет ситуацию. По каким признакам можно понять, что вашей кошке больно? Давайте разбираться. Первый признак – резкие изменения в поведении. Если ваш обычно активный и игривый мяукающий друг вдруг стал тихим и скрытым, это повод насторожиться. Не оставляйте без внимания любые значимые изменения в поведении питомца. Возможно, такие перемены связаны с тем, что кошке больно. Если вы заметили резкие изменения в поведении у своего мяукающего друга, обязательно покажите его ветеринару. Следующий признак – кошка спит в одной позе. Обычно мяукающие не стесняют себя в движениях и позах для сна. Если же питомец всегда старается спать в одном и том же положении, возможно, ему больно спать по-другому. Также обратите внимание на естественность позы, которую выбирает ваш любимец для сна. Еще один признак того, что вашей кошке больно – навязчивое вылизывание. Мяукающие могут вылизывать себя до проплешин по целому ряду причин. Однако, если питомец постоянно вылизывает один конкретный участок тела, то, скорее всего, кошка испытывает боль в этом месте. Признаком боли у питомца может быть и отказ кошки ухаживать за собой. Свалявшаяся тусклая шерсть, запущенный внешний вид – это повод отвести животное к ветеринару. Обычно такое поведение свойственно пожилым питомцам, которым из-за боли тяжело ухаживать за собой. Если кошка отказывается от использования лотка, это тоже должно стать для вас тревожным звоночком. Как правило, это свойственно пожилым мяукающим. Иногда питомец может не успевать до туалета или ходить мимо него. Если такое поведение кошки стало постоянным, незамедлительно покажите животное ветеринару. Еще один признак боли у животного – неестественная поза питомца. Если кошка стала сидеть в некомфортной для себя позе по несколько часов, это должно насторожить владельца. Если вы заметили такое поведение у своего мяукающего друга, обратитесь к ветеринару. Таковы самые распространенные признаки того, что кошка испытывает боль. Следите за поведением своего питомца, чтобы не пропустить эти важные сигналы. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!